Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба церкви. Состояние блаженнейшего владыки врачи оценивают как тяжелое. Напомню, 76-летний митрополит Владимир в конце сентября был выписан из больницы, где он восстанавливался после перенесенной травмы ноги. Однако в течение месяца его состояние ухудшилось. Молитвенную поддержку оказал Владимиру патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За здоровье главы Украинской православной церкви молятся православные всей страны.